Сейчас про другое. Сейчас я попрошу вас взять в руки ваши сотовые телефоны, открыть записную книжку. А, это неправильно с точки зрения технологии достигаторства. У меня в старом телефоне 300 контактов, я даже сюда вводить не хотела, вот, пока в декрете было. Вот. Говорят, если у вас в телефонной книжке меньше 500 номеров, вы что-то в жизни серьезно не понимаете. Что я вас сейчас прошу делать? Вы сейчас вот листаете записную книжку и смотреть вот по каждой записи, которая у вас есть, проводником, каким ресурсом этот человек может быть. Ой, в той книжке у меня 5 человек по всем ресурсам. Самых главных. А еще 300 всяких, которые мне которым от меня что-то надо. Я даю подсказку. Обычно вот надеяться на память, это, мягко говоря, неразумно. Когда вы вписываете имя, телефон, хотя бы про какую тему этот человек. Потому что сейчас вы помните, прошло полгода, и все, и у вас уже из башки это вылетело. Поэтому прямо сейчас, пожалуйста, пролистайте и прикиньте, что вы уже знаете, к каким людям вам нужно обратиться. Причем это не обязательно там. Сигизмут Анатольевич, два вагона силикатного кирпича противоударного, противомоскитного, как он там бывает. Это может быть, не знаю, Дашенька, сырнички по утрам, Машенька, компания на пляж там или там в кино, Вася, в общем, с бани на участке, в общем, если его замотивировать, с удовольствием там тебя попарит там, за разговор о том, как ты путешествовал. То есть это не обязательно какие-то глобальные вещи. То, что может показаться полезным не только впрямую вам, ну и кому-то еще через вас. Потому что достигатор там, нулевого уровня, он думает только про себя. Достигатор рабочий понимает, что даже если мне самому это прямо сейчас не надо, в моей жизни могут оказаться люди, которым именно это может казаться надо. И тогда, вот проведя эти ресурсы к нему, я там смогу свой маленький гешефт на этом сделать. У меня все могут быть полезны. Вообще. В чем? Что, если полезно? У вас там, ну, то есть я когда там участвовал, то Александр из Киева, там, не знаю, Евгений из Киева, Петр из Киева. Про что они вообще?